Ну что ж, будут двойные монетки у нас, мы рекламу посмотрели. Теперь главное нам где-нибудь не разбиться. Потом, ребята, я так говорю, что можно разбиться легко. Так, вот монетки, спасибо. Аккуратненько проезжаем. Как вот первый раз, да, я проехал. Даже до звезд мы дошли. Да, были бы двойные монеты. Надо, короче, всегда смотреть рекламу, получается, чтобы были двойные монетки. Так мы и будем поступать. Чтобы открыть... А новых тачек надо много открыть. О, там по 30 тысяч не стоят. Офигеть. Либо просто задонатить в игрушку денег. Но, ребята, с канала я зарабатываю очень мало. Очень мало. Поэтому пока донатить, не знаю. Пока нет такого большого желания. Но может быть, чисто чтобы пройти игрушку быстренько, да? Чтобы вам показать, чтобы было интересно. Я, может быть, и внесу как бы денежки сюда реальные. Вы мне напишите, стоит вообще покупать здесь что-нибудь. Или лучше играть без доната. Эх, будем открывать машинки долго. Ну, как долго? Ролик длится в среднем там от 10 до 20 минут, например, да? За полчаса можно много чего пройти в игре. Так что я думаю, нормально будет все. А трактором, когда здесь проходишь, я постоянно ковшом задеваю какие-нибудь конструкции. Не очень такой удобный ковш они сделали. Ну, сделали бы они его полупрозрачным, чтобы ты, если даже задел что-нибудь, то ничего страшного не было бы. Я видел, короче, на каналах, на других каналах, более такие, знаешь, ну, у меня канал как бы не особо раскрученный, да? Как бы, ну, у меня много подписчиков, потому что у меня канал, я снимал раньше ролики, ну, потом я их поудалял, конечно. Вообще, я 2 года каналом не занимался, как бы, ну, ролики были. Кто их смотрел, как бы, подписывались на канал. Ну вот, через 2 года, буквально, в феврале, даже, может сказать, в марте месяца, ребята, я начал снимать на этот канал ролики. Вообще, я не снимал 2 года, ничего сюда. И решил его восстановить. То, что подписчиков много, и как бы... Хочется играть, и хочется, чтобы смотрели. И стал я снимать. Поэтому, с другой стороны, прокачать машинки можно. Если ты играешь, что другие каналы, более такие, кто в King Racing там играет не первый год, там год или два, а то есть канал, то вообще там 5 лет играет чувак. Каждый день выгружает ролики. У него там все прокачано, все на максимуме. Полностью, все машинки максимум. Машинки, карты, все открыто у него, гаджеты, все на максимальном уровне. Опа, проехали, хорошо, хорошо, отлично, отлично. Уже 8000 монет, ребята. Так, у нас там джип, кажется, 9000 стоит. Вот надо его, ребята, нам открыть, заработать. Ох ты, мост какой, смотри. Ой, какой вонючий мост, а. Давай, 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 есть, проехали. Очень сложно было, да. Раньше здесь. А, вот смотри, ребята. Эти звездочки пошли, нифига. Значит, здесь я до сюда я не доезжал. Получается. Ух ты! Как хорошо. Отлично, мы доехали до звездочек, представляешь? Мало того, что мы двойные монеты зарабатываем, мы же 10 тысяч уже собрали. Плюс еще звезды пошли. Угу. Мне надо еще 1000-2. 2000 звезд собрать. Это дофига. Это очень дофига. Так, бензик, бензик, как ты? А как мне тебя взять-то, бензик-то, вонючки? Ох-ох-ох-ох-ох, а здесь сложно, смотри. Было сложно. Но мы проехали, не знаю как. Ой, главное башку нигде не стукнуться, потому что я не знаю эту карту. Ах, какие здесь подвохи. Ух ты, елки-палки. Тихо, тихо, давай, давай. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Блин, все, мы, ребята, утопли. Ну, ладно. Проехали тоже хорошо мы. 600 монеточек. О, 600 этих звездочек заработали. Хорошо. Да, 2500 монет заработали. Отлично. Так, ну что ж,
Подожди, а что это у меня по монеткам? О, по звездочкам, то есть. Нормально. Ой, осталось-то 500 звездочек всего лишь. Ну давайте попробуем, ребята, выберем тогда сельскую местность. И у нас 14 тысяч, мы сейчас купим машинку новую. Ух ты, я такую багги для песка бы купил бы, но не хватает денег. Эх, давайте купим тогда вот эту машинку. Хилл Климбер Марк 2, МК2, Марк 2. Покупаем. Все, купили машинку. И давайте стартанем. Давайте, ладно. Двойные монетки не будем покупать. Смысла большого нету, двойные монетки, потому что мы... Тачка-то не прокачанная. О, теперь мы будем... Так, а сколько там надо? 500 монет? А, 500 звездочек собрать. Ну, я надеюсь, мы соберем 500 звездочек. Да, конечно, соберем уже 200. Уже 200 звезд. Отлично. Отлично, ребятушки, ребятушки, мы вышли на то, что я на канале Дудаплей в игре Hill Climb Racing стал покупать, наконец-таки, машинки. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Куча машинок надо купить. Опа, 400 звездочек. Почти что 500. А вот уже, ребятушки, и 500 звездочек. Практически. Все, наконец-то. Теперь меня можно поздравить лайком, ребятушки. Поставьте ваш царский лайк на это видео. Потому что, ребята, мы открыли новую карту. Мы подняли 500 звезд. Хорошо. А ну-ка, попробуем заехать. Заедется, нет? О, заехали. Отлично. Получилось заехать. Вот это мне нравится тачка, вот этот джипик. Он прикольный. В том плане, ребята, он прикольный, потому что... Сейчас скажу. У него изначально прокачанный движок, я так понял. Изначально двигатель прокачанный, крутой. И мы быстро можем двигаться. Даже не улучшая машинку практически. Мы далеко с вами, ребята, проезжаем. Так, а здесь мы, наверное, навряд ли проедем. А, нет, проехали. О, так, а здесь проедем? Проехали тоже. Ну, нифига себе, она 9000 стоит машинка. Офигеть. Так, давайте быстренько. Опа. Что у нас там получается? О, 1000 звезд уже, нифига. Круто. Очень даже круто. Да, можно было, кстати, и купить двойные монеты, потому что... Монеты нам очень нужны. А, ребята, следующая моя покупка автомобиля будет, скорее всего, автобус. Да. Скорее всего, будет, ребятушки, автобус. Ой, главное тут не разбиться. Давайте еще раз ускоримся. Опля, давай. Да ё-моё, не хватает мощности у нас. Блин, не доехали мы. А, разбились, нафиг. Ну ладно, достижение, длинная трасса. Ух ты. Какое-то достижение, новый рекорд. Есть, давай, 10 тысяч монет. Есть, исследователь скаут у нас. Мы открыли, ребята. А новое приключение — застава «Небесная скала» открыли. И новый костюм водителя — сырная шляпа. Ох, нифига, следующий у нас 20 тысяч надо. А что за застава такая? А, нужны эти, как его? А, вот эти вот штучки. А сколько мне их? 4? Че, поедем? На специальной карте путешествие. Не, машинку я другую возьму, ребята. Вот эту возьму, машинку. Так. Детали. Берем первую. Поехали. Посмотрим, проедем мы или нет эту трассу. Лунная застава. Здесь у нас фишка в том, что у нас здесь гравитация такая необычная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было не брать мне. Смотрите, мне не хватает. Сейчас я буду много-много бензина прогорать. Прогорает мне бензин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Офигеть. Так, у нас бензина уже мало. Блин, а чё ж ты кончаешься, вонючий бензин? Я ж не ездил, ничего, не еду. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Не хватит мне доехать до вонючего бензобака. Кончилось топливо. Да ё-моё. Ну да ладно. Сколько доехали. А, стоит еще. Ну давай этот. У меня их много. Обменяем. Вот эту штуку ставим.
Все, едем. Я не так быстро у меня будет заканчиваться. Бензинчик. Почему-то я опять смотрю не на ту машинку. На первую смотрел. У меня то вторая. Но они очень похожи, потому что... Ладно. О, у меня, видишь, ускоритель срабатывает. Угу. Так, а здесь мы доезжали? Так, монетки дадут нам. О, хорошо. Так, а здесь мы получится вот так вот проехать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нифига. Мне в какой степени прокачан автомобильчик. Ну да ладно. Главное, бензина у меня еще много. Опа! А здесь мы, ребята, доезжаем. С такими-то гаджетами. Вот такие надо было мне изначально брать гаджеты. Блин. Надо магнитик, а? У меня есть магнитик или нет? Мне кажется, магнитика нет. Мне нужен магнитик, чтобы я... А, брал вот эти вот монетки. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Главное не разбиться. Нормально, нормально все. Башка. Аккуратненько. Чтобы башкой не сдвинуться ничего. Нормально проехали, блин. Прикольная трасса. Плохо, что она за билеты нужно играть в эту игру. Ох, нет, башкой. Стукнулся. Да ладно, не тонкий сальто. Офигеть. Эх, а чё у меня же ещё это, есть эти вонючие билеты, билеты ещё есть. А, тратим их все, чё их там жалеть-то. Поехали, давайте даже двойные сделаем монетки.